Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Синицкий, вы смотрите канал «Вдох-выдох». Здесь мы, как обычно, говорим про губные гармошки и обо всем, что связано с этим инструментом. Сегодня у нас на разборе композиция «The House of the Rising Sun». Это такая традиционная фолк-баллада, которая нам больше всего известна по исполнению группы The Animals по записи 64 года. Также, если вы не слышали, рекомендую вам послушать эту песню в исполнении Боба Дилана. Он записал, кстати, на пару лет раньше, и у него звучит это все немножко иначе. Мелодия у него близкая, но другая. А гармония очень-очень похожа на то, что мы привыкли слушать. А вообще версий этой песни было довольно много. Есть разные вообще варианты объяснения, что это был за такой за дом. Кто-то утверждает, что это был публичный дом, кто-то утверждает, что это был игорный дом, а кто-то говорит, что это была тюрьма. Опять же, есть варианты, когда исполняется от имени женщины, есть от имени мужчины, есть предположение, что это была женская тюрьма. В общем, песня о том, как кто-то погубил свою жизнь в этом доме. В варианте группы Animals, по-моему, как собирается, то, что им предстоит дорога, и поезд везет его в Новый Орлеан. В общем, это, наверное, не так важно нам сегодня. Нам важно разобраться, как играется. Это действительно замечательная мелодия. Очень красивая, интересная и, в принципе, несложно играющаяся на губной гармонике. Это у нас будет минорная композиция. Итак, друзья, когда у вас минорная композиция, мы можем ее сыграть либо в третьей, либо в четвертой позиции. Нет, конечно, и в других позициях мы тоже сыграть можем, но в третьей и в четвертой нам будет играться максимально легко. Если вы не знаете, что такое позиция, то переходите по ссылке внизу и посмотрите видео про позиции, чтобы вам стало более понятно. Ну, а если в двух словах, то третья позиция — это когда мы играем с вами на губной гармонике в тональности до, в тональности ре минор, на дошке в ре миноре. А четвертая — это когда мы играем на губной гармонике до в тональности ля минор. Параллельно, да, тональности нашей гармошки. У нас до мажору будет параллелен ля минор. По сути, если вы играете на губной гармонике до мажор, у вас есть все ноты тональности ля минор. И этим, дорогие друзья, нужно уметь пользоваться. Итак, сегодняшняя композиция у нас разобрана в четвертой позиции. Я играю на гармонике до мажор в тональности ля минор. Кстати, если вы будете ориентироваться на трек группы Animals, то она тоже сыграна в ля миноре. Я ничего не транспонировал, я просто закинул себе в аудиоредактор, разобрал первый куплет, перевел это все в ноты и воспроизвел, так сказать, на губной гармонике. Я разобрал этот куплет и сделал это в двух октавах, и просто когда сейчас играл, в самом начале я повторил это для вас. Сначала сыграл на октаву ниже, а потом сыграл на октаву выше. На октаву выше получилось без бендов. Здесь предлагаю начать как раз с версии без бендов. Начинаем с тоники. Здесь это будет нота ля, шестое отверстие на вдохе. Обратите внимание, здесь довольно много шестерок, они все на вдохе. Можно разделить их с помощью артикуляции через Т, например, или здесь с помощью горла, или же можете сыграть просто меньше этих нот ля, оставить одну или две. Когда вы переносите вокальную мелодию на инструмент, вы можете столкнуться с такой вот трудностью. Иногда у нас в вокале слово
или два, или даже три слова, в котором может быть еще и несколько слогов, у нас может пропеваться на одной ноте. И вот когда вы это играете на инструменте, ну, в нашем случае на губной гармошке, нам нужно или артикулировать соответствующим образом, или разбивать на длительности соответствующие с помощью гортани, или же, как вариант, если это не будет противоречить, вы можете объединить и представить, что это просто одна нота, дать ее начало, остальные, скажем так, объединить. Если вы здесь сыграете вместо вот этих трех шестерок одну, все равно мелодия будет узнаваемой. А вообще там слово New Orleans, и когда он пропевает, ну, я говорю про вокалиста группы The Animals и их версию, там слова in New Orleans, то есть Orleans, это все на ноте лял у нас пропевается, но каких-то там явных таких акцентов нету. То есть вы можете сыграть либо три ноты ля подряд, если вы сыграете просто ноту ля, тоже будет хорошо. Далее, друзья, идем дальше. Десятое отверстие на вдох у нас на следующей строчке. Вот это, кстати, мелодия может быть хорошим таким упражнением для проработки красивого звучания на высоких отверстиях. Да, друзья, далеко не у всех получается играть симпатично высоко на губной гармонике, потому как где-то привыкли, а если какие-то там мажорные мелодии, то играть там с 4 по 7, а что-нибудь там блюзовое можно поиграть на вдохе там с 1 по 6 там отверстие, а вот куда-то выше, да, часто не проработаны отдельные звуки на 10, 8, 9 отверстиях на вот этих высоких, а меж тем иногда залезать туда нам очень-очень даже бывает полезно. Поэтому, если у вас есть такая проблема, то, конечно же, прорабатывайте сначала звуки отдельно, но вот и мелодия вам для того, чтобы тренировать и внедрять эти отверстия в вашу игру. Идем далее, после этого у нас небольшой проигрыш и вторая часть. Ничего сложного, дорогие друзья, если вы уже научились играть отдельными нотами, то я думаю, что труда для вас не составит большого сыграть эту композицию. Если же нет, то прорабатывайте каждую ноту в отдельности. Особенно, может быть, нелегко придется на высоких отверстиях, но рано или поздно вы найдете тот уровень дыхания, поймаете то самое расслабление мышц, при котором у вас все будет звучать просто потрясающе, приятно, и дышать через отверстие будет легко. Ну и, конечно же, кроме того, что просто научиться играть эту мелодию чисто, без посторонних нот, нам важно, для того, чтобы все звучало музыкально, что сделать? Научиться играть эту мелодию плавно и снабдить ее различного рода эффектами, иначе это будет просто мелодия, сыгранная на какой-то пищалочке, скажем так. Что это может быть? Ну, во-первых, работа с динамикой. Подумайте о том, как вы выстраиваете фразы, то есть какие-то ноты у вас тише, какие-то ноты у вас могут быть громче. Где-то можете добавить слайдов подъездом к ноте,
Где-то можете добавить эти подъезды с помощью бендов или там полубендов. Да, когда мы не берем с помощью бенда конкретную ноту, а выезжаем к чистой ноте для того, чтобы просто добавить немножечко красоты. В общем, ищите, чтобы это все было немножечко поинтересней. Ну и сыграем все на октаву ниже. Чтобы сыграть на октаву ниже, нам потребуется один бенд. Это нота ля, которая является тоникой в нашей композиции. Второй бенд на третьем отверстии. Бенд на вдохе. Опять же, этого бенда можно избежать, если вы возьмете гармошку в строе пади Рихтер. Напоминаю, что на гармонике в строе пади Рихтер очень легко играть вот как раз в этой октаве, в четвертой позиции. То есть, когда мы играем в ля миноре, на до мажорной гармошки получается, у нас вот эта нота ля там будет на выдохе. И гамму ля минор можно сыграть без использования бендов от третьего отверстия вполне себе легко. Если же у вас такой гармошки нет, то ноту ля здесь придется добыть с помощью бенда. Но это, опять же, и еще и дает такую интересную фишку. Вот это не совсем стабильная нота. Если вы научитесь с ней управляться, она может прозвучать красиво. У меня есть один знакомый, который занимается игрой на саксофоне и добился больших успехов в этом, так сказать. Однажды я ему что-то играл, и там была как раз бендовая нота ля. Он говорит: какой классный тембр именно у вот этой ноты. А ты можешь сыграть всю мелодию, используя только вот эти ноты? Он не совсем понимал, что это там за нота. Он просто услышал, что это классный тембр у этой ноты ля. Она ему очень понравилась. То есть это может прозвучать красиво, и это даже обращает на себя дополнительное какое-то внимание. Ну, давайте сыграю первую строчку. Обратите внимание на концовку этой строчки, нота ля. Напоминаю, что там слова New Orleans. То есть я не стал здесь играть три раза. Я сыграл эту ноту ля один раз. И, по-моему, звучит здорово. Едем дальше. Далее небольшой проигрыш и продолжаем. Мне очень нравится таким образом с этой бендовой нотой взаимодействовать, чтобы прям не держать, а не париться, насколько она точно сыграна. После того, как я ее ловлю, уводить вниз. Прикольный, по-моему, получается эффект. Может быть, я им даже злоупотребляю. Но иногда вполне себе может быть уместен. Едем дальше. Ну что ж, друзья, будем плавно завершать. Большое спасибо вам за просмотр. Если вам было интересно, то поставьте лайк этому видео. Кроме того, напоминаю вам о возможности поддержать выход контента на этом канале, сделав разовое пожертвование на сервисе Boosty или оформив подписку на этом сервисе. Подписчики Boosty получают доступ к уникальному контенту. Это ранее записанные курсы по губной гармонике, которых уже выложено несколько, а также дополнительные материалы к разборам мелодий, которые выходят здесь на канале. Ну что ж, всем до новых встреч. Пока!